Всем привет, друзья! С вами как Снарумзи и добро пожаловать в Roblox! И сегодня я решил зайти в самые популярные игры и увидел вот этот режим под названием Blocks Fruit. И вы только представьте, в него играет 500 000 человек! Я ни разу не играл в этот режим, но теперь просто обязан его затестить. Ну а вы, друзья, если любите Roblox, если любите мои видосики, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Итак, у нас вначале есть выбор, играть за пиратов или за моряков. Я так понимаю, моряков у нас меньше, поэтому я стану, друзья, на их защиту. И что мне нужно здесь делать? Смотри, я умею, по идее, здесь сражаться. Здесь какие-то есть... Нифига себе! Ну-ка... Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Пошел-пошел-пошел! Вот это... Нифига себе! Вот это замес! Я понимаю, почему играет 500 000 человек! Неплохо! Честь 10, новобранец-моряк, и здесь у меня есть деньги, есть уровень, есть мастерство, есть какой-то... Нифига себе! Резвый удар называется. Есть перемещение типа Даши, есть какое-то задание. Здравствуйте, Марин Лидер. Что вы можете мне предложить? Пожалуйста, выберите задание. Курсанты. То есть мы должны сражаться против 5 курсантов. Хорошо, спасибо. Мне будет какая-то награда. $350, если я буду сражаться против курсантов. Пошел, давай. Давай, давай. Вот просто раз на раз выбегаем. 5-го, кстати, уровня. Он 5-го, а я всего лишь 1-го. Неплохо. Честь 20. Давайте посмотрим. Я попытаюсь протестить свой скилл. Нифига себе, вот это, вот, вы видали? Вы видали, насколько жестко я его втащил, ребята? Смотрите, двоих я уже победил. У меня здесь, кстати, даже есть двойной прыжок. А могу я в прыжке? Я могу в прыжке даже перелетать. Давай, пошел. 5-й уровень. Мне нужно 5 победить, зарабатывать деньги. Я так понимаю, здесь можно прокачивать свои умения. Я примерно понимаю смысл этой игры. Но, ребята, правда, играю в первый раз и 500 000 человек. Что? Это за сверхпопулярная игра, в которую играет 500 000 человек. Даже в симулятор питомцев не было в лучшее время такого количества. А я сейчас просто случайно зашел. Так, смотрите, я прошел квестик, получил, получается, новый уровень. И могу взять следующий квестик. Так, здравствуйте, здравствуйте, выберите задание. А, снова сражаться против курсантов, пока я не наберу, наверное, определенный уровень. Хорошо. Что у нас есть в меню? Статистика, статистика. Ближний бой, ману прокачивает защиту, меч, оружие, блокс, фрукт. Так, хорошо, давайте сделаем себе защиту, немножечко себе защиту, ближний бойчик немножко прокачаем, и оружие пока у меня никакого, пока я не понимаю, нету, да? Все, у меня больше баллов нету, ближний бой прокачали, спасибо тебе большое. Предметы, никаких предметов нет. Магазин, вот это я люблю. Так, увеличение опыта на 1 час, хорошо, спасибо, 99 робоксов, давайте немножко себе ускорим прокачку, потому что, ребят, я так понимаю, здесь многие давно играют, а я не такой прокачан. Возрождение босса, сброс статистика, смена расы, плюс один фрукт хранилище, x2 шанс выпадения, не знаю, чего x2 шанс выпадения, но давайте возьмем себе вот этот x2, да, я хочу купить себе, а можно мне купить, пожалуйста, магазин, еще раз, ладно, быстрые лодки, x2 монеты, во, хорошо, приобрести для себя, фрукт-уведомитель, темный клинок, ребята, x2, ребята, темный клинок, да почему я не могу донатить, алло, да, подари... Юпр час, итем, фейлет, бикос. Что? Подожди, я хочу купить себе. Вот мне темный... Темный клинок за 1200 робу. Ребята, я просто обязан себе купить темный клинок. Хорошо. Смотрите, дальше есть X2 мастерство за 450 робуксов. Я хочу купить себе. Можно мне купить... Во, X2 мастерство, поехали! Я сейчас начну жесткую прокачку. Я стану самым крутым, возможно, не самым крутым. Так, X2 мастерство, X2 деньги. Потом дроп, босс, какие-то штуки. Я не знаю, где здесь боссы, в принципе, но я думаю, что мы их найдем. Поэтому заранее купим себе X2, вот это выпадение с босса, чтобы это не было. Потом какие-то быстрые лодки. Я вообще не знаю, где брать лодку и все остальное. И что за фрукт-уведомитель за 2700 робуксов? Ну, давайте, ладно. Потом. Мы давайте фрукт-уведомитель потом возьмем. Так, посмотрим. Нифига себе клиночек. Посмотрим, на что он способен. Нифига... А чё так жестко-то? А чё так жестко? Смотри, просто пошел месси. Давай, 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 давай. Фу-фу-фу. Кстати, у меня в меню что-то появилось. Предметы. Я могу его одевать. Это у нас 1000 частей на x50. Да ты чё? Нифига он мне напал. Тихо. Разместил его. Статистика. Это у нас прокачка. Подожди, а если я нажму вот так? Вывет! Вывет!
Вы это видели, ребята? Вы вот это было 1000 частей. Короче, 1000 ударов сразу. О, сундучочек какой-то. Подожди, что за сундучочек? Я забрал себе какой-то сундучок. Там были монетки. Ладно. У меня все еще горит квест. Нужно прокачать себе какой-то уровень. Когда меня отправят дальше? У меня сейчас 9 уровень. Так, давай, может быть, нужно 10 все-таки апнуть. Как прокачаться быстрее? Подожди, в магазине могу что-то я еще себе купить? Могу купить себе деньги. Допустим, сколько у нас? 305 тысяч. Давайте возьмем себе 305 тысяч для начала, да. Для развития, скажем так, немножечко будет развитие. У нас сейчас x2 опыт. У нас все это дело есть. Больше покупать, как понятно, здесь больше ничего нельзя. Или можно? Подожди, здесь еще есть какие-то магазины. Я где-то здесь видел магазины. А, вон, на берегу, ребята, на берегу магазины. Тихо, тихо, тихо. Что за магазин? Блокс фрукт детейлер. Что это такое? Я ищу блокс фрукты по всему миру. Когда нахожу один, я выставляю его здесь, в моем магазине, чтобы могли купить. Или вы можете... что за блокс фрукты? Смотри, за 5000. Уровни способности. 10 тысяч килограмм. Вращение. Резак. Нет, пружина. Бомба за 80 тысяч. Нифига себе здесь фрукты. Пламя. 250 тысяч. Свет 650. Это барьер. Так, подожди, какие-то невероятные фрукты. Подожди, яд, душа, дракон. Леопард нет в наличии, ребята. Посмотреть. 3000 робоксов. Это просто, сейчас, ребят, отсутствует продажи. За унеты, если вы приобрели его с помощью робокса, вам не нужно будет повторно покупать. 3000 робоксов, леопард. Я не знаю, что это за фрукт, но мы его сами сегодня обязательно купим. Так. Приветствую тебя, друг. Я продаю мечи начального уровня. Вам что-нибудь... Нет, нет. У меня уже есть меч. Так, у меня 9 уровень. Что это такое? Здравствуйте. Здравствуйте. Так, выберите лодку. Баркас. А дальше могу купить лодку. Прототип за 600. Давай прототип за 600. Ух, нифига себе, у меня появилась своя шхуна. Ребята, у меня появилась своя шхуна. Куда мне нужно идти? А, то есть получается, я пока что еще не могу пойти дальше. Set Homey Point. Что за Set Homey Point? Я без... Розыск. Этих пацанов нужно найти. Этих пацанов нужно будет найти и победить. Хорошо, направить. Куда меня направляют? А, направляют к этому чуваку. Да подожди, ладно, мне не нужны ваши квесты. Там слишком мало денег. Давай, подожди, а я могу собрать кучу? Так, у меня 10 уровень. Во-во-во, у меня загорелась эта штука. Подожди, 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 подожди. Отменить, 236 метров. А, мне нужно на другой остров. Все-все-все, теперь я понял, для чего мне нужен был корабль. Ребята, для чего мне нужен был корабль? Мне нужно отправиться на другой остров. Все, давай. Копочки, садимся на мою шхуну. Давай, поехали. О, ребята, слушайте, мы реально с вами пират. Подожди, я же моряк. Я же не пират, я же настоящий моряк. У меня есть темный клинок на 50-м мастерстве. У меня сейчас мастерство 8. На 50-м мастерстве у меня откроется воздушный удар тьмы. Какой-то невероятный воздушный удар тьмы. Так, мы с вами приплыли вот сюдашеньки. Давай, полетели. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Так, здесь еще какой-то сундучок. Сундучки, я так понимаю, нужно собирать, правильно? Сундук собрали, получен 309 долларов. И что здесь за квестики? Водичка, подожди, вот здесь квестик. А, здесь еще энергия заканчивается. Здравствуйте. Это у нас путешественник. Пожалуйста, выберите задание. Обезьяны, гориллы, король... Обезьяны. Так, подтвердить. Я пока не знаю, с королем вряд ли справлюсь, но мне нужно сражаться с... Вот, обезьяны. Так, статистика. Защиту прокачаем себе немножечко. Вот, меч, ребята, то, что нужно. Мне нужно меч прокачать. Все, я прокачал себе меч на 13 уровень. Посмотрим, на что обезьяна способна. Нифига, нифига, они пошли. 14 уровня. Обезьянка 14 уровня. Так, а где здесь больше обезьян? Я вижу обезьяночек. Хорошо, давай, поехали. Манки 14 уровня. У меня 11. Я потихонечку прокачиваю. Сейчас я покажу тебе, что я умею. Смотри, чего научился. Смотри, обезьян. Я не попал. Я не попал своим скиллом. Я прокачиваю себе честь. Я пока, ребят, правда, не говорите, что я нубок. Я правда не играл в эту игру. Я пока не знаю, что здесь делать. Я пока бегаю, бью обезьяночек. У меня уровень уже 12. Я так понимаю, дальше нужно будет бить каких-то горилл, собирать какие-то невероятные фрукты, которые стоят 2700 робуксов. А вот тот фрукт стоит 3000 робуксов. Подожди, обезьяну. Мне нужно 6 обезьян победить. Так, все, я выполнил квест. Новый квест, новый уровень. Так, куда меня отправляют? Направить. Все, меня отправляют вот сюда, правильно? Да, вот, все, 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 все. Здравствуйте, здравствуйте, что-то здесь. А что они в руках-то держат? Это те самые фрукты. Погоди, я хочу тебе посражаться с... Хорошо, я хочу сражаться. Ты выполнил квест, тебе нужно 50 уровень? Чего? Подожди, какой нафиг 50 уровень? Подожди, защита. Меч, 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 меч. Защита, меч, меч, меч. Давай, меч, меч, меч на 30-очку. Все, прокачали. Подожди, направить меня. Можно меня направить? Отменить. 23 метра. Куда, 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 куда нужно идти?
Так, куда-то... я не понимаю, куда найти мне. 27. Да вот сюда... А, вон, я понял, куда мне идти. Блин, вот дурачок. Вот дурачок, мне нужно было просто вот сюда прийти. Все, 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 17 уровень. Здравствуйте, я хочу посражаться с гориллами, конечно. Нужно 15 уровень. Отлично, где гориллы? Где гориллы, которых мне нужно бить? Где гориллы? А можно мне, пожалуйста... А где гориллы? Где ваши гориллы? Подожди. Мне на другой остров нужно уйти? Но это обезьяны. Это не гориллы, ребят. Это не горилки. Мне нужны обезьянки. Подожди. Я не убил? Победите 8 гориллос. А где ваши гориллосы, ребят? Мне нужны гориллосы. Я могу... Дефет 8 грил, 1200-4000 опыта. Куда мне нафиг плыть с вашими... Кстати, вот мой корабль. Может быть, мне надо на какой-то другой остров? Я сейчас найду. Я сейчас найду ваших горилл. Я сейчас найду ваших горилл по-любому. Кто вы такие? Опа, это горилка. Хорошо, пошли, пошли. Вот теперь против горилл нормально. Мы теперь должны победить 8 горилл. А где король гориллов? Мне нужен король гориллов, ребята, срочно. Там должен быть король гориллов. Так, 20 уровня горилка. Пошел, пошел, пошел замес. Какой у меня уровень? У меня 19-й, кстати, заметили? 19 уровень, прокачаемся. Давай, мне нужно мастерство уже 20 уровня. Хорошо. Там что-то было. Блин, там какое-то... Там что-то сражение какое-то невероятное, кстати. Я могу сражаться вообще с людьми? Так, новый квест доступен. Так, подожди, давайте мы завалим с вами горилл. До конца победим. Уровень мастерства. Так, давай, 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 давай. У меня уже прокачался уровень немножечко. Немножечко. Так, здесь что у нас? Здесь вообще нет причала никого. Все ушли из этого причала. Так, горилки появляются. А где босс горилков? Где гориллов босс, ребята? Так, восьмая. Восьмая обезьяна. Поехали, 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 поехали. Хорошо. Так, направить. Хорошо, да, направить. Что я там прокачал себе невероятное? Так, давайте пока статистику не трогаем. Не трогаем, потому что нам нужно прокачиваться дальше. 24 уровень. Смотри, по идее я могу уже сражаться с кем-то. С кем-то здесь. А я могу сражаться с моряками. Не, подожди, я же моряк, да? То есть я же моряк, я должен сражаться против пиратов. Там ребята уже замес устроили. Король горилл. Где он находится? Нужно... Вот, отлично. А покажите, где он находится? Закрыть. Меню. Закрыть. Король горилл. Нифига. Это что за тип? Это что за мутант? Подожди, а я могу? Чонь. Смотри, 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 смотри. Поехал, поехал. Нет, спасибо, я понял. Я понял, на меня напали. Напали. Нападение! Нет, нет! Пацаны, тихо. Меня зафиг... Фигай себе, они меня они меня просто расколбасили. За шо? Не, так нельзя, кстати. Ладно, я поехал искать король гориллов. Они же сейчас будут меня пытаться убить, да? Здорово! Я ищу фрукт по всему миру. Хорошо, хорошо. Меня интересует вот этот, леоперт. Леопертовый фрукт. Подарить. Нет, никому не подарить. А, все, это были лаги. Лаги. Так, покупаем за 3000. Да, ребята, ты хочешь купить? Конечно, хочу, ребята. Леопердовые фрукты. Не знаю, что он делает, но, походу, он очень жесткий. Так, у меня появился фрукт. И что он делает? Я хочу сделать тише. Это очень жестко. Подожди. Он перезаряжается. Нифига себе. То есть, подожди, фрукты это магия? То есть, правильно, фрукты это магия? То есть, я могу, получается, прокачать сейчас в меню, в статистику. Блок с фрукт. То есть, я беру вот так вот. 22 уровень, правильно? И теперь могу жмыхануть. Ага, это, получается, клинок был. Это клинок. А вот это фрукт, правильно? Так. Ну, там, короче, типа просто размусолило. Подожди, а если я буду фруктом сражаться? Не? А, короче, нужно быстренько переключаться между клинком и фруктом. И так тем самым, короче, становиться сильнее. Ладно, моя задача найти вообще так гориллу, обезьяну, короля обезьяну. Может быть, он здесь появляется, король гориллу. Вон, смотри, там какой-то есть... Подожди, сейчас, подожди. Я могу расправиться с этими? Как я прокачиваюсь здесь? Сейчас берем фруктик. Хорошо, хорошо, с фруктика жмыханул. Давай, 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 горилла. Порубили, порубили, пацана. Я хочу забраться на... Вот король горилл. Вот, мне нужно было с ним разобраться. 25-й, все, 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 дружище, привет. Давай, давай, давай. Мутузимся, мутузимся с тобой. Давай, я сейчас тебе фруктом как жмыхану. Напоследочек. Готов, фруктик? Готов? На, получи короля горилков. А, не убил его? Ладно, мне нужно... Ты че быканул? Угомонись! Чш,
Тихо, 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 тихо. Да на тебе! Да я не... Да пошел ты в жопу! На тебе, все, я убил гориллу, заработал кучу опыта. 30 уровень, новый квест. Боже мой, я там наполучал пипец сколько всего. Так, новый квест, направить. Куда мне нужно теперь? Так, меня на 430 метров, все. Где мой корабль? Мне нужна моя сточно-моторная лодка. Мега реактивная, потому что меня направляют в другое место. Все, пацаны, давайте счастья, удачи, здоровья. По идее, меня сейчас направят на тот остров, на котором я и был. Вот с теми пиратами. А я могу еще себе больше историю? А могу... А эта штука не стреляет, да? Эта лодка не стреляет. Так, мы объезжаем этот остров. Пока мы едем, мы качаем стадии статистику. Оружие. Что за оружие я могу? Ну, у меня нету оружия, так понимаю. У меня есть ближний бой. Давайте мы с вами вот это меч прокачаем. Защиту, еще меч. Мы же мечом с вами сражаемся в основном сейчас, правильно? Статистику. Айтем. Что у нас? Материал. Лизер. Мы выбили кожу. Мы вывели с вами кожу. Все, мы правильно. Мы пришли на тот остров, на который были. Это пиратики. Пиратики, пираты, грубияны. И здесь есть босс. Подтверди, все. 3000 долларов мы получаем. Опыт. Нам нужно победить 8 пиратов. Пацаны, давайте, все за мной. Все пиратики должны пойти за мной. Сейчас сколько их здесь? 4 штучки. Почему мы так делаем? Потому что я буду сейчас делать кавабангу, джумба-джангу. И смотри, мы отходим. Мы юзаем вот так вот. Потом что мы делаем? Мы берем фрукт. Фигачим их фруктиком. Они говорят, ой-ой-ой, как мне больно. Дерево сносим. Давайте месим этого. Тихо, тихо. Снова делаем скиллочек. Вот так. Это будет массовая, ребята, победа. Смотри. Хлоп. Хорошо. Леопард повышен. Уровень 16. Этого мало. Нужно 50 уровень. Так. Тихо, смотри, смотри. Пацаны, до свидания. До свидания. Просто ворвался в троих. 32 уровень сразу апнул, ребята. Плюс 2 уровня сразу. Здесь есть... Сундучок, плюс 2300 долларов. Не знаю, зачем мне здесь доллары, но, наверное, очень сильно нужны. Хорошо, капец, я их убиваю жестко. Так, фруктика. Хорошо, хорошо, смотри. Мы можем повысить блок с фрукт до 30-ки, правильно? Можем апнуть себе меч. Защиту я себе не апаю, потому что я и так сильный. Предметы. Мы выбили с вами материалы, скрап-металл. Это, получается, металл выбили. Это, скорее всего, здесь в игре еще присутствует еще и крафт. В настроечках ПВП. Для ПВП пока что я еще, походу, слишком слабенький. Сколько грубиянов у меня побеждено? А не сколько, ребята. У меня 6 из 8 грубиянчиков. Мы сейчас двоих... Не, давайте 4 грубиянов. Почему? Зачем двоих? Бруталисов. Давайте 4 бруталисов себе... А, вот этого я почти победил. Так, давай, давай. Кто здесь пришел? Эй! Эй! Это босс! Это... А, там меня пришел тип какой-то развеселил, да? Ладно, у меня еще одного бруталиса осталось победить. Сейчас 5 секунд, 5 секунд. Там босса бьют, и меня заодно вместе с боссом смели. Ладно, подожди, да, я разберусь с бруталисом. Нужно квест выполнить, я хочу себя автуть уровень. По-любому, давай, 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 давай. Хорошо, сразу плюс 2 уровня, вы понимаете? Вот, теперь я настоящий профессионал. Ребят, для того, чтобы я продолжил играть в эту игру, нужно, чтобы случилось чудо. Потому что, я так понимаю, здесь нужно прокачиваться очень жестко и долго и сильно. Поэтому, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Следующие серии. Всем удачи, покедова.